сейчас муж играет. Какой и там папа в динамите. В динамите, то есть вы поставили на них. Ну а за кого еще? Конечно, на них. Очень многие болельщики сегодня болеют за красивую игру. Ну мы тоже болеем за красивую игру. Главное, чтобы они все после этого здоровые оказались, после этой красивой игры. Суперный был тоже очень хороший. Мы с ним уже и на закрытии бодались, в подгруппе проиграли, в финале кое-как выиграли. Ну, тут, можно сказать, нам повезло чуть-чуть больше, чем им. Родные стены, как говорится, и помогают. Ну, временами играть накал теряла свой, конечно, изредка. Ну, болельщики пытались помочь. В принципе, чем-то, да, помогали, конечно, но что, как видите, результат налицо. Очень грамотно выстроили игру в защите на первой линии, в смысле блока своего. Хорошо потащили на задней линии, грамотно подавали подачу. Я думаю, что мы ничуть им не уступаем, просто в концовке немного не хватило. Так всегда одной команде, которая на равных уровнях играет, не хватает чуть-чуть. Родные стены им помогли? Может быть, болельщики, вся обстановка. Не знаю, что помогло, но помогло. Каждый раз, когда выезжаем на соревнования, это огромная куча позитива, общение с людьми, которыми в обычной жизни пересекаться получается довольно редко. Все друг другу рады, все улыбаются, все знакомы. Это просто огромный заряд на 2 месяца. Именно позитива хорошего.